старела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет, но она все продолжает ждать. Как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат, сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Раз всё прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик: Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Слов на сын ее услышать мог.